обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в игрушку Hill Climb Racing, первая часть, ребята. Так, ну что ж, давайте, наверное, поменяем немножко этап. Давайте 35 тысяч нам нужно, ребятки, чтобы открыть пустыню, и, собственно, по пустыне мы уже с вами будем ездить. Так, ребят, вот смотрите, здесь ежедневный вызов, ребятки, курс молодого бойца. Ого, ребятки, мы можем за 120 открыть. Смотрите, мы с вами открыли этап за 120 монет. Прикольно, да? Ну, давайте, проедем. Вау, ребятки, это новый уровень. Челлендж, ребятки. Нужно нам проехать 3200 метров. А как же мне сюда выехать-то, а? Ну, вы, конечно, молодцы. Челлендж придумали, а машину не придумали, за что мне сделать. Мне же нужно затюнинговать автомобиль. Он же не едет, ребят. Он же реально не едет. Смотрите, это максимум, куда он может выехать. Так дела не пойдут, ребят. Сюда мы придем потом, когда мы с вами уже затюнингуем наш автомобиль. И тогда мы сможем уже с вами нормально состязаться. Давайте проедемся на первой трассе. Тут, я думаю, мы с вами соберем немножко деньжат для нашего, так сказать, дела, чтобы приобрести нам новый уровень. Так что, ребяточки, погнали вперед, вперед, вперед. О, вот эти мосты, мне так вот это не нравится. Хуже вот это нету, чем вот эти вот мосты. Надо затюнинговать автомобиль, потому что он слабоватенько едет, если честно, ребят. Если у нас еще мотоцикл был затюнингован, мы хоть что-то на него купили, да, мы хоть купили на него двигатель и, по-моему, амортизацию колес, то здесь у нас вообще абсолютный ноль, просто ноль и все. Так, ребятки, ну что ж, 10 тысяч у нас уже, в принципе, есть. Осталось нам совсем еще немножко. Осталось нам 25 тысяч для того, чтобы открыть уровень пустыни. И на нем уже собирать на новый автомобиль. А следующий автомобиль у нас, ребята, по-моему, этот трактор сельский, из деревни, ребят. Все, это максимум, куда я могу выехать, да? Ну, наверное, да. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте теперь с вами посмотрим, как мы и что будем здесь делать. Так, ну что ж, я предлагаю, ребятки, поменять все-таки аппарат на вот этот заделанный мотоцикл. Вот, и этап возьмем вот этот. И здесь будем зарабатывать деньги, потому что по-другому мне денег, ребятушки, не заработать. А потом мы уже на новом уровне будем тюнинговать наш джип и продвигаться, ребят, дальше. Таким образом будем проходить игру полностью. Вот посмотрите, как заделан мотоцикл, как он гонит, ребят. Никто с ним не сравнится, реально никто. Только посмотрите. А оказывается, ребят, когда я нахожусь в воздухе, мне дополнительно начисляются денежки. Чем больше я в воздухе проведу, чем больше денег я, видите, заработаю. Ай, нет. Да что ж ты будешь делать, а? Так, 16 тысяч у нас есть, ребят, еще чуть-чуть, совсем еще чуть-чуть, еще, наверное, 19 тысяч, и мы с вами откроем новый уровень.
Вау, нет, ребята, да как такое может быть, а? Как такое может быть? Давайте еще совсем немножко. Вот так вот, неплохо, неплохо. Вау, вот эта игра. Вот это игруля. Вы вообще, ребяточки, можете себе представить, что такое может быть? На самом деле, да что ж такое, я чуть, ребяточки, носом не зарылся в землю. У нас 20 тысяч монет уже есть. И это, ребятки, просто не может не радовать, потому что в пустыне как раз нам джип и пригодится. Я думаю, зачем джип? Он же плохо ездит, вот, например, по этой трассе, да? Но в пустыне, ребят, он нам пригодится как-никак. В пустыне он нам пригодится как-никак, потому что, ребята... Он создан, джип создан для поездок в пустыне, и все, что связано с пустыней, наш джип, ребяточки, с легкостью, я так думаю, преодолеет. Вау, ребята, вот это да, вот это круто. Погнали по новой. Давай, 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 газу, газу, газу. Вау, вот это да, вот это крутизна. А сальто сделаем мы? Нет, 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 не надо рисковать сальто. Да что ж ты будешь делать опять, ребятки, осталось 10 тысяч нам собрать, реально. И все, и мы уже будем, так сказать, на вершине этапа. Так, ну что ж, давайте. Давайте уже весь тюнинг потратим лучше потом уже на джип, да? Не будем тратить денежку сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что ж такое, а? Надо будет, ребят, после того, как пройдем первую, надо будет вторую часть попроходить, потому что много чего, ребятки, здесь еще не пройдено. Будем с вами играть вот в такие вот крутые игрушки. Да что ж такое, ребят, не выдержал я. Не выдержал я и свалился. Осталось 7 тысяч. Ай, ребята, ребята, осталось 4000. Еще совсем немножко, реально. Так, ну что ж, давай, не подведи на этот раз. Мне уже, честно, надоело кататься на мотоцикле, но это мы, ребятки, делаем только ради того, чтобы заработать денег на новый уровень. Так, еще совсем немножко, ребят. Нет, ого! Да, за сальто мы получили еще 1000, ребята. Я думал, мы сейчас упадем, но на деле оказалось все по-другому. Ну что ж, довольно неплохо. Газу, 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 давай, давай, газуй, 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 отлично, отлично. Как раз сможем купить какое-то одно, наверное, улучшение для нашей машины. Ай-яй-яй-яй. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте пойдем открывать нашу трассу, которую мы только что с вами открыли. Ну что ж, погнали, да, нажимаем и выбираем этап. Вот, вот эту вот пустыню покупаем мы, ребятки, за 35к. И что у нас дальше, ребятки? Скоро купим за 100 тысяч трактор, ребятки. Вот мы на чудовище будем тут ездить. Уже чудовище создано для пустыни, ребята.
Отлично, отлично. Просто классно. Вот так вот, ребяточки, мы с вами потихонечку будем проходить нашу замечательную Hill Climb Racing 1. И, так сказать, идти вперед и вперед. Вау, ребята, первый уровень пройден. Плюс бонус 7000 мне дали. И я пошел на второй, ребяточки, уровень. Уже здесь у нас... Здесь нам предлагают... Что-то нам предлагают. Так, ну что ж, ребятки, посмотрите, сколько денег. Довольно мы стабильно собираем. Я же говорил вам, что джип — это крутая такая тачка, которая, видите, создана для того, чтобы здесь кататься. Ребятки, посмотрите, как быстро я заработал денег. Уже у меня есть 30 тысяч. Круто, не правда ли, да? Теперь мы можем затюнинговать машину или сразу же купить трактор, ребят. И на тракторе уже продолжать наш путь. А, все, я понял. Наш джип больше не хочет ехать, да? Не хочет ехать по причине того, что он не затюнингованный, да? Ну давай еще чуть-чуть по максимуму из него выжмем на все, что он способен, а там посмотрим. Давай, 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 газуй, газуй, газуй. Отлично, молодец, малыш. Газу, газу, газу. Нет, ребята. Наверное, он уже не сможет выехать. Ну да, вот это, наверное, уже его последний, так сказать, путь. А, у меня нитро нет. Мы, кстати, можем купить нитро, ребят. Или выедет. Нет, 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 все, уже приехали. Так, ну что ж, довольно неплохо, ребятчики, мы заехали. Мы заработали с вами 50 тысяч монет. И это, ребятки, просто я считаю замечательно. Так, ну что ж, давайте мы с вами теперь... перейдем в главное меню. И в главном меню здесь нас ждет следующее. Так, ребятки, я предлагаю немножко наш аппарат, так сказать, затюнинговать. Реально. Давайте затюнингуем его. Потому что ездить нам придется еще очень, так сказать, много, да? Много. Так что давайте полностью вот так вот его ударим в тюнинг. А также, ребяточки, давайте, знаете что? Давайте сделаем следующее. Давайте купим нитро. Вот, два штучки нитро пускай у нас будет. Поехали. Ну, теперь мы сможем, ребятки, и подзаработать денег. И, так сказать... О, джип намного лучше стал ехать, ребятки, после моего тюнинга. Довольно неплохо. Реально, ребят, после моего тюнинга джип стал круто ехать. Честно. Надо будет еще потюнинговать, и таким образом заработаем мы с вами на трактор сегодня. Так, ну что ж, ребяточки, смотрите, неплохо довольно справляется наш автомобиль с различными препятствиями, смотрите. Отлично, он везде выезжает. И справляется, ребятки, совсем. Вы думаете, мы тут застрянем? А я думаю, нет, ребята, потому что мы включим нитро. Вау, ребята, вот это да! Вы только посмотрите, как мы взлетели, вы это вообще видели? Так, теперь сдадим заднюю, ребят. Теперь сдадим заднюю. И опять вперед, 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 вперед. А бензина-то нет, ребята. Мы с вами прошляпили канистру с бензином. А вот она, отличненько. Мы взяли другую канистру с бензином, ребят. И это довольно неплохо. О, включаем второй раз нитро, ребят. И погнали, 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 погнали. Ох, как много монет здесь. Так, третьего нитра у нас нету. Так что третий раз, я думаю, мы уже не поедем. Так, ну что ж, совершенно случайно, ребятчики, мы упали, и у нас уже есть, посмотрите, практически 50 тысяч. Давайте еще возьмем, наверное, 2 нитра, да, пускай нам будут. И погнали, опять заработаем денег себе на трактор.
Так, ну что ж, ребятки, нам самая главная задача перед нами стоит, это, ребячки, купить трактор. Купить трактор, так. Пошел, пошел, ехал, поехал, поехал, отлично, отлично, давай, 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 давай. Неплохо. Так, ну что ж, 52к у нас уже есть, ребята, 53 даже, да? И, собственно, нам, наверное, поможет здесь их заработать не только нитро, ребят, но и различные монеты. И все, что с ними, собственно, связано. Так, ну что ж, довольно неплохо наш джип едет на минимальном тюнинге, я вам хочу сказать. Заделали мы его на 50 тысяч всего. Но он уже нам понравился. Так, не понял. Кто это, мы не можем здесь проехать, что ли? Так. Отлично, отлично, отлично. Вау, ребята, 60 тысяч у нас уже есть. Давай, давай, газуй, 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 газуй. Еще рано использовать нитро. Нитро мы будем использовать в последний момент, когда уже будем понимать, что наш автомобиль уже не сможет справиться с горкой, да? Вот, например, вот здесь вот. Вот здесь вот мы включим нитро, ребят. Потому что здесь реально сложно. Ну и здесь давайте включим. Ай, ребятки, мы прошляпили с вами только что. Скажите, как его зовут? Бензин, ребят. И остались реально без бензина. А нитро-то больше нету у нас, дорогие друзья. Вот это мы и приехали, наверное. Все. Все, ребята, приехали. И бензин закончился, и шею свернули. Да, ну, давайте переиграем быстренько. Так, ну что ж, почти 70 тысяч, ребятки, у нас есть. Давайте одно нитро возьмем. Да, на два у нас не хватает. Так что погнали. Так, 1000 метров, ребятки. Нам надо проехать, чтобы пройти этот уровень. И если мы, ребят, проедем эти 1000 метров, то нам дадут денежный бонус. Я просто не знаю, какой он будет, но денежный бонус мы получим 100%. Ну что ж, довольно неплохо, ребят. Посмотрите, отлично, я считаю. Ого, ребята, вот это мы пролетели, да? Неплохо. Довольно неплохо, ребятки. Довольно неплохие результаты у нас, я вам хочу сказать. Вот только посмотрите. Отлично. Смотрите, выезжаем под любые горки. Ну все, ребят, здесь мы, конечно, и заклякли. Так, ну ничего, ребята, 88 тысяч, это совсем, ребятки, мало осталось для того, чтобы открыть трактор, осталось 12 тысяч. И мы сейчас, ребятчики, еще разок проедемся с вами, я вам покажу. Давайте купим уже, наконец-то, трактор, чтобы завершить эту кампанию. А, ребятки, нитро мы так и не купили. А, ну у нас не хватает, да, 30... Надо 31 нитро стоит, да, 30 кристаллов, у нас 28 кристаллов. Надо еще 2 кристалла, и в следующем уровне, я думаю, мы купим уже нитро. Так, 90 тысяч мы уже собрали, ребят, с вами. Осталось еще совсем немножко. Я думаю, мы с вами сейчас все сделаем. И купим трактор, и покатаемся на тракторе. Все, ребят, кристаллы для нитро мы собрали. В следующий раз мы купим нитро в магазине.
Так, ну что ж, ребят, 97 тысяч у нас есть. Давай, давай, отлично, ребята, мы собрали 100к, вы вообще представляете? Мы собрали 100к, вот это круто. Отлично, отлично, просто классно. Вау, ребята. Так, ну что ж, ребятки, пойдемте купим трактор. Так, неплохо, неплохо, ребятки, давайте купим новый аппарат. Вот он, ребятки, трактор. Отлично, дорогие друзья, мы купили трактор. И в следующий раз в лесу мы уже, наверное, откроем лес или еще раз такое, будем продолжать нашу игрушку. Ну что ж, дорогой друг, подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Пожалуйста, 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 поставь пальчик вверх, мне будет очень приятно. С вами был, ребятки, как всегда, Юра, вы были на канале Вечное Детство. Пока-пока. Обязательно подписывайся на мой канал и ставь также колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видосики. Поехали!